Привет всем, кто зашел на мой канал. Меня зовут Алена. В прошлом видео мы с вами делали пионы. Сегодня я хочу показать, как я буду делать из этих пионов бутоньерки. Но их можно использовать как заколки, так и брошку. Для этого нам нужны будут сами цветы, бутоны, лепестки и зажимы. Все ссылки, как сделать бутоны и пионы, я оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Ну и покажу, как сделать листики. Листики я просто на глаз вырезаю. Использую обычный универсальный молот для листьев, нагреваю лепесток и отпечатываю все прожилки. После этого я его немножко тонирую розовой пастелью и краешек красный. Для второго варианта своей бутоньерки мне понадобятся веточки. Веточки я буду делать из обычного электрического провода, обматываю его тейп-лентой и связываю все три веточки ленточкой.
Вот такие украшения у нас получились. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и не забывайте про колокольчик. И будете первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!